как и в прошлый раз, мы решили остановиться возле Рижского залива. Здесь такой хороший большой паркинг. Только в прошлый раз здесь никого не было, были только мы одни. Сейчас здесь такой достаточно большой аншлаг, очень много припаркованных автомобилей, очень много, по ходу дела, народу на пляже. Вот. Ради вот этого мы остановились. Ветра нету, по крайней мере, такого сильного. Ветер такой совсем прям легкий. Вот народ отдыхает, загорает. В прошлый раз, когда мы здесь были, это был май месяц, был очень сильный ветер, просто пронизывающий. Сейчас, конечно, здесь круто. Купаться пойдешь?